Всем привет! С вами Жар Плешахов, как всегда. И я хочу вам сказать про Томинус. Сегодня или завтра Матвей снимет свое первое видео. И, короче, мы с Матвеем договорились, он не кидает видео, я его там монтажу и так далее, все выкладываю. И все. Ну как и с Данилом мы также договорились. Но... Данил где-то утром, а Матвей сейчас или утром также. Ну моих видео, наверное, будет меньше, ну потому что мне монтажить еще 3 видео, а их наоборот больше. Буду принимать где-то до 4 видео в день минимум, да. Ой, точнее, максимум. Ну все, все узнали. Всем... Это минуты всего. Ну... Что? Надеюсь, вам это понравится идея. Оцените идею в комментариях. Напишите. Один, если крутая идея, и напишите 2, если не крутая. Или просто напишите крутая или не крутая. Давайте. Жду ваше мнение.